канун 56-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Кремлевском дворце съездов состоялось торжественное заседание. В президиуме руководители Коммунистической партии и Советского правительства, представители партийных и общественных организаций, знатные люди Москвы, делегаты Всемирного конгресса миролюбивых сил. С докладом выступил член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК партии Андрей Павлович Кириленко. Говоря об успехах нашей страны, докладчик сообщил, что за 10 месяцев третьего решающего года пятилетки промышленность дала более чем на 6 миллиардов рублей сверхплановой продукции. Получен самый высокий за всю историю отечественного земледелия воловой сбор зерновых свыше 13 миллиардов пудов. С начала девятой пятилетки повышена заработная плата почти каждого третьего рабочего и служащего. Товарищ Кириленко подробно осветил современное международное положение и, заканчивая доклад, заявил, что наша страна под руководством Ленинской коммунистической партии уверенно идет по пути к коммунизму. Самоотверженным трудом, неустанным творческим поиском ускорять продвижение к этой заветной цели, быть на высоте задач, которые ставит партия, так понимает свой долг советские люди, трудящиеся всех профессий, всех национальностей и возрастов. В этой общей устремленности вперед животворный источник сил социализма, основа нашей непоколебимой уверенности в коммунистическом будущем. Да здравствует героический советский народ-строитель коммунизма! Да здравствует всепобеждающее знамя марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, знамя октября!